Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 27. 27 лет. Сколько вы в коралловом клубе? Ой, года полтора. Полтора года. Что произошло благодаря коралловому клубу и вот, наверное, то, что вы сейчас слышали, это все про вас, да? Ну да. Во-первых, вот как было сказано, что на самом деле коралловый клуб вот для нашей семьи он был вымоленный. И мы вот в течение полугода молились за врача. И Бог нам дал Сергея Валерьевича, да? И, Сергей Валерьевич Вожаков, ваш доктор. Я думала, все знают. Маленьких много. У меня были изначально проблемы со спиной, и для того, чтобы родить второго ребенка, у нас в нашей семье даже не шла об этом речь, потому что ну, просто физически мне было трудно. И наш старший сейчас сын, он серьезно болел, и на протяжении долгого времени мы не знали, что делать, и буквально за, не знаю, за полгода, то есть его здоровье, оно восстановилось. Ну, конечно, мы не выпили таблетку, и он не перестал совсем болеть, да, к сожалению, как хотелось бы. Но наши проблемы, то есть решились, у меня ушли проблемы со спиной, и мы решили попробовать завести второго ребенка. И этот ребенок, он, так сказать, был экспериментальный, потому что, ну, я знаю, все принимают какие-то там аптечные препараты. Мне здесь говорят, что есть коралловские программы. Но я решила попробовать. Ну, признаюсь честно, было немного... Ну, на себе я почувствовала, что это работает на старшем ребенке, да? А внутриутробно, как развивается малыш, ну, мне было страшновато. Но я думаю, попробуем. И был первый скрининг, все хорошо. То есть я продолжаю дальше, и второй, и третий, и все, слава богу, хорошо. И вообще вот в нашей семье, в окружении, да, вот у родственников, в принципе, такого размера дети не рождались, да, потому что все миниатюрные, так сказать. И у нас он такой большой родился. Сколько вес рост? 3,750 и 55 сантиметров. Ой, конечно. И что? Сколько сейчас мальчик? 19 дней. Полноценность, да. Оля, они приехали, они не из Томска, они специально приехали сюда. Откуда? С Мельникова. Надо же 40 минут. Миленькие, хорошенькие. Вы представляете, что вам сегодня показывается? Сомнения есть, потому... Ну, представь, от третьего заведешь, будешь сомневаться? А что сомневаться? В чем сомневаться, закон? Нет, и дети совершенно другие. Когда мне принесли первого малыша, да, и он был маленький, он 2900 родился и 50 сантиметров, то есть мне его показали, и он такой весь скрюченный, у него был тонус. Но этот совершенно другой, он здоровый такой, а крепкий здесь парень. Он папа. Прячется. А где малыш-то? Спит. Все, не трогаем. Все. Ну 19 дней вообще ребенка еще. Да. Боже мой, растите. Не, они говорят, на трамплин еще хотели поехать. Осенью тогда. Вот осенью. Все, растите. Господи, счастье. Что вы уже